А теперь к данным по коронавирусу. В Тюменской области скончались еще два пациента. Это 45-летний мужчина и 61-летняя женщина. За весь период умерли 99 человек. За сутки в регионе 158 положительных тестов. С начала пандемии 15 249 заболевших. В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом – 439. Выявлено 21 608 новых случаев заболевания. Выздоровели 18 811 пациентов. Рост заболеваемости в Тюменской области продолжается. В регионе наращивают темпы тестирования. В 20 лабораториях ежедневно проводят 10 тысяч исследований. Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шаруха, в основном заболеваемость формируется за счет взрослого населения. Особую тревогу у нас вызывают наши граждане возрастом 65+, потому что эта категория граждан имеет часто сопутствующие заболевания, и течение новой коронавирусной инфекции у них еще более тяжелое, чем у всех остальных возрастных групп. Для нас сейчас очень важно, для всех, соблюдать требования безопасности. Мы должны вспомнить о том, что соблюдение масочного режима в этот период – это именно то, что, безусловно, должно выполняться.